Всем здравствуйте! У меня сегодня огромная распаковка посылок с AliExpress. Мне пришло очень много посылок, так как вы уже успели заметить. Если вам понравится видео, пожалуйста, оставляйте свой пальчик вверх, а также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Я надеюсь, видео будет полезным и интересным. Поехали! Так, моя первая посылка, это у меня вот такой вот, это не брелок для ключей, а это у меня было слово только на испанском языке, я забыла, но это путь для гаража, для закрытия и открытия двери. Так что надо будет его еще запрограммировать, чтобы открывать нам гараж. Вот такой красивый, мне нравится, что могу сказать, это пластик, это вот не железо. Здесь идет, как вы видите, оно хоть и пластик, но пластик такой мягенький. Я думала, что это будет резиночка, но нет. Хотя это кажется вот тут прорезинено оно чуть-чуть. Вот это пластик, а здесь как бы, да, чуть-чуть пластиково-резиновый, да, здесь. Ну и здесь вот такая вот застежечка, которая цепляется к вам к ключам. Ну, интересный, кругленький такой, еще попробуем его запрограммировать именно для открывания нашего гаража. Так, ну это для маникюрчика, это идет, это наклеечка, наверное, или водная наклеечка, вот мне интересно. Выигранная за цент и алимонетки. Это обыкновенная, походу. Да, это обыкновенная наклеечка, очень, кстати, тоненькая, смотрите, я ее уже вот здесь подцепила. Очень тоненькая, как вы видите, вот можно резать здесь, да, и получится вот такие вот квадратненькие сердечки. Наклеечка под номером JO852, золотая, вот европейское золото, красиво. Так, это еще не все, я думала, что уже все, но нет, почувствовала пальчиком, что там еще все-таки что-то есть. Ну, а это тоже наклеечки, обыкновенные, не водные, это наклеечки тоже для маникюра, вот такой вот под бронзу цвет. Кстати, вот сам, значит, название самой наклеечки, да, GS011. И вот такие вот кокошечки нам продавец поставил в подарочек. Cats Love. Любителям котов, да. Вот так. Цвет, кстати, вот как вы видите. Я думала, что это будет беленький, будет видно лучше, нет. Но красивые полосочки, кстати, они должны быть хорошо сгибаемые. А ну-ка, попробуем. Гнутся, да, но они все... Ой, и рвутся хорошо. Так, а куда же мне вам приклеить? Ну, давайте вот сюда приклеим. Хоть у меня золота здесь хватает. Вот как-то так. Приклеили. Ну, и перекрывается обыкновенным топом. Все-таки, если у вас будут такие наклеечки, то лучше перекрывать в два слоя. Потому что у меня вот, например, перекрыла была одним слоем, похожую наклейку. И вот здесь оно у меня что-то стало вот зацепляться. И я давай. И потом оно у меня тупо сдерлось и все. Ну вот так красивенько, хоть она и объемненькая чуть-чуть. Но мне кажется, если перекрыть топом, то можно и нормально сделать выравнивание. Не надо будет очень много именно этого топа. Ну вот такие наклейки. Хорошо.
Так, ну а это... Это товарчик, выигранный за 1 центик. Уже, как вы видите, ниточки торчат. Мы сразу же обрезаем. Это пришли вот такие вот шортики. Кстати, честно говоря, на фото продавца мне казалось, что материал будет более толстым. Смотрите, что здесь творится, конечно. Ой. Не, ну, конечно, качество супер, да? Все прям летит, все вот такое вот торочится. Материал синтетика. Я говорю, я вот на фото продавца, когда смотрела, вот оно пока похоже, что оно такой плотненький материал. И честно, так понравилось. Хоть хорошо, что эти шортики я выиграла за 1 центик, потому что они, ну, не стоят много денег. Они какие-то нехорошего качества. Здесь, смотрите, вот кармашки, да, вот они вот проклеены. Не знаю, как оно будет потом после стирки. Вот они вот делают именно вот такую вот твердость. А сами шортики обыкновенные, мягенькие. Вот как-то так. И вы видели, какие здесь швы, конечно, тоже не ахти. Ну и резиночка толстенькая. Вот такая. Кстати, резинка прошита. И это единственное, что... Ну, не то чтобы единственное, но вообще хорошо, что в шортах вот именно резинка прошита. Потому что вот в больших шортах, в больших резинках она еще когда перекручивается, вот тогда вот будет, ну, неприятно. А здесь хоть хорошо, что она прошита. Ну, вот такие вот шорты, как сказать, цвет телесно-розовый, да. Там у продавца, кстати, есть разные цвета, но, говорю, они много денег не должны стоить, потому что вот я выиграла за цент и, честно сказать, ну, не очень довольная. Потому что качество, конечно, так себе. Так, следующая посылочка. Здесь тоже для ноготочков. Ну, продавец еще поставил кошок. Кошатниц, да. Поставил еще такую же. Ну, это, мне кажется, тот же продавец. Кстати, здесь тоже наклеечки. И они тоже такого же цвета медного. И это уже номер наклеечки GS005. Вот видите, оно, наверное, вот в одном стиле идет, да? Похоже. Отлично. Ну, окошечки можно приклеить куда-то там на руку, да? Потому что они для ноготочков чересчур большие. Так, ну что хочу сказать. Молодец, продавец. Все-таки, знаете, подарочек приятненько, все классно. Так, хорошо замотано в пупырку. И здесь мне пришли карандаши. Это карандашики, два простых карандашика, вот с этим вот, с грифелем, да. И вот здесь вот, вот идет алфавит, и можно выбирать и ставить вот здесь, вот как вы видите, вот здесь типа для того, чтобы мы видели, как оно может быть. Как можно вот эти буковки вот сюда как-то поставить. Давайте раскроем, посмотрим. А то я что-то на пальцах объясняю. Когда даже сделан он. Отлично. Так. Давайте. Кстати, толщина грифеля 0,5 мм. А тяжело открывается. Они мягенькие. Класс. А я-то думала, они будут квадратные. Ух ты, таких здесь много. Так, ну вот, открыли. Так, здесь это не наклеечка, это просто так. А как же оно надевается? А, смотрите, вот вы видите, оно идет вот так вот. Вот типа зажимчиков. И, кстати, силиконовые буковки. Так, буковки. А, вот они. А то я думаю, а где же сердечки, где же вот эти смайлики?
Вот, пару сердечек, пару смайликов. Здесь точно так же. Кстати, просто отличается всего лишь цветом. Вот такая вот цветовая гамма. И вот сюда, вот вы видите, вот здесь идет держатель. И вот сюда вот это все цепляется. Но хочу сказать, что сам вот этот вот держатель, он достаточно хлипенький. Так что надо все-таки осторожненько цеплять. Ага. А что, оно не открывается? Или оно не откручивается? Ну, должно же. Не знаю, не могу открутить. Давайте смотреть на сам грифель. Ой, я думала, что это грифель, но нет, это просто еще... Вот наш грифель полез. А, кстати, видели, да, прикол? Я вот видела, когда делают, типа, эту инъекцию. Ой, не знаю, вы видели, нет, а то я что-то засмотрелась и не видела. Или вы увидели, нет, смотрите, вену. Тинк. Страшно смотрится, правда? Так, ну вот. И следующий тоже. Ну, единственное, не знаю, как его заправлять этим грифелем. Но оно должно откручиваться. Просто сейчас боюсь на камеру, потому что на камеру очень часто у меня оно получается сверхсильно и ломается. Ну, отличные карандашики. Должны быть веселенькие. Разная цветовая гамма. И вот, вот так вот можно его оформить. Классно, мне нравится. Так, ну а здесь посылка, смотрите, прям с Германии, с Франкфурта мне пришла. Интересно. Давайте смотреть, что же мне с Германии прислали. Так, а это еще один тоже пульт дистанционного управления. Так, здесь... А, здесь идет, как надо копировать. Инструкция. Так, инструкцию не будем выбрасывать. Здесь вот идет обыкновенный такой же, кстати, крючочек. Точно такой же. А, но хочу сказать, здесь это уже железо. Вот это или алюминий, или железо. И здесь вот вы видите, открывается и закрывается. Кстати, классно. Такая защита, знаете, вот этих вот буквок, цифрок. А здесь уже, видите, синенький цвет, кстати, красивый. Да, надо будет пробовать тоже его именно сделать, закодировать, как говорится. Да, ну прикольный, приятный такой. Хоть и этот сам тоже, но вот эта тарахтелка чуть-чуть не очень. Если бы вот это было бы железно, оно было бы лучше. Ну этот весит, а этот, кажется, побольше и потолще. Но этот вообще легенький, а этот, наверное, из-за вот этого вот всего железного наполнения, вот поэтому он такой более увесистый. Но красивый. Так, посмотрим, или мы сможем его закодировать, кодировочку произвести. Так, следующая посылка. Маска для лица, выигранная за цент и Али монетки. Она идет тканевая внутри, ну, безворсовая, да, как говорится. И это черная смородина, 100% экстракт черной смородины. Что она нам делает? Она возобновляет и успокаивает вашу кожу. И вот как она... Инструкция о ее нанесении. Почистить кожу, хорошо очистить, потом нанести масочку вот эту вот, подержать ее 15-20 минуточек, забрать маску и сделать легкий массаж кожи. Кстати, написано, что Франция, да, дистрибьютор с Франции. И до 2022 года годная маска. Я уже такими пользовалась, мне они очень сильно нравятся. И реально очень-очень приятная кожа, вот вообще мягенькая, такая бархатистая становится. Мне понравились такие маски.
Так, что здесь? Сделано в Китае. Еще такая прям лейба. Ну, понятно, да? Сделано в Китае. И что это? Это, предлагаю вашему вниманию, это поясная сумка, кстати. Вот такая вот. Это должно светиться. Давайте попробуем. Оно должно светиться ночью. Ну, светоотражать, да? Да, смотрите, светоотражайка классная. Это нет, это просто беленькая. А это вот светоотражайка, кстати, класс. Так, выключаем нашу вспышку. Смотрим. Ух ты! А здесь отдельчиков еще много. Смотрите, сколько. Кстати, телефон... А, он еще вот такой вот. Он не съемный? Нет, он не съемный. Он идет внутри, но смотрите, он не пришит. Он пришит только по бокам. Ну, классно. Кстати, маска... маска, говорю. Что я просто... Сумочка, она толстенькая. Вот, смотрите, вот даже вот ее разрезик вот такой вот. Достаточно плотная, знаете. Вот можно сказать, что там прям пеночка внутри. Змейка, отлично. Смотрите, закрывается, и прямо она становится невидимка. Змейка-невидимка. Так, здесь идет такой кармашек на липе. С этой стороны у нас тоже кармашек, только уже без липы. Ух ты! А здесь, смотрите, здесь... Я думала, что это обыкновенная... Как оно? Ну, не резинка, а просто обыкновенный пояс, но нет, это на резинке. И, кстати, прям идет лейба, да? Outdoor Local Lion. Ну, что могу сказать? Скайлом и на горы, да? Так. И здесь такое же тоже стоит. Застежка отлично работает. Плюс оно хорошо держит, должно держать идеально, так как оно тем более на резиночке. Вообще супер. Сумочка поясная, мне это очень понравилось. И, кстати, здесь, да, а ну-ка, сюда наушники. Пролазит, не пролазит. А, вот, смотрите, оно здесь матюпусенькое. Вот, видите? Маленькая, не дорезали почти. Ай! Но, если что, тут можно вырезать побольше дырочку, и будет нам вылазить сюда наушники, если у вас они проводные. Кстати, эту сумочку я выиграла за цент и алимонетки. Но мне кажется, я за нее заплатила алимонеток около 1200 алимонет. Так что достаточно много алимонеток. С внутренней стороны вот она как смотрится. Отлично. Мне понравилась эта поясная сумка. Шикарная. Так, следующая посылка. Так, здесь специально для тебя популярный коричневый мишка. Так, смотрим, что же здесь такое. Мешочек такой прикольный. А здесь внутри... Честно, не ожидала, что вот внутри придут, вот нижнее белье придет именно вот в таком вот полиэтиленовом мешочке. Не ожидала, честно. Как-то мне казалось, что это как... Не знаю, что-то для душа. Ну что, здесь мне... Ой, а как это? А, это на выворот. Так, ладно. Вот такие трусики. Кстати, очень красивые, нежные. Смотрите, как здесь все прошито гладью. С этой стороны тоже, кстати, очень прекрасно смотрится. Смотрите, тоже почти гладь. Такая вот хорошая кружево, да? Это внутренняя сторона отлично смотрится. Здесь, конечно же, оно более блестит, но снутри оно шикарно смотрится. Я, честно говоря, не ожидала, потому что очень часто вот здесь вот именно на стыке... Получается, такие погрешности сильные. А здесь вот вообще шикарно смотрится. Так, ну а сзади вот такой вот крестец получается. Красиво. Очень мне нравится. Размерочка XL. Но хочу сказать, достаточно они большие, да.
Потому что есть маломерки, вот просто, да, вот китайские, и стараешься брать чем побольше, потому что реально они вот прям манюсенькие. Ну, а эта XL-очка, вот мне кажется, размер в размер, да, супер. Мне понравилось такое нижнее белье, очень нежное и такое прям секси. Так, следующая посылочка. Походу, маленькая тоже что-то многоточное. И да. Так, что здесь? Ну, а здесь нам пришли вот тоже с этого типа, да, тоже вот такие вот наклеечки уже в виде капелек. Кстати, это 852, а это 850. Вот такой вот размерчик нежных капелек. Ну, тоже классно, смотрите, разные размеры. Цвет под европейское золото. Красиво. Супер. Так, надеюсь, здесь ничего не раз... Ой! Ничего, синьки, сколько всего? Так, все, пусто. Так. Три. Размерочка. Эмочка, эмочка и эмочка. Давайте смотреть. Это тоже нижнее белье. Красивые трусики, кстати. Очень красивые. Нежненькие. Знаете, вот как под этот, под костюмчик Коко Шанель. У нее тоже розовые с черными вставочками, да? Да, нежное кружево. Приятное такое на ощупь. Здесь более такое гладненькое кружево, а здесь уже более такое объемненькое. Ну, сшито, как вам сказать, есть чуть погрешности в шитье, потому что смотрите, вот как оно здесь. Видите, оно здесь даже вот не совпадает. Ну, понятно, прищурились. Солнце засветило, прищурились. Здесь отлично вообще. Ну, в одной стороне вот надо, знаете, как ходить, и руку вот поставила, и уже не видно. На пояс руку поставили, не видно. Ну что, ластовица в тон, это тоже хорошо. Здесь что написано, что 80% нейлона и 20% спандекса. И тоже на самих трусиках тоже пишется, что это эмочка. Красивые, нежные. Так, пошли следующий цвет. Красивый такой синий, очень классный, насыщенный такой цвет. Кстати, с черным тоже контраст такой идет. Красиво смотрится. Как вы видите, такое кружево именно вот... блестященькое. Вот кружево блестящее, а здесь вот оно матовое. И тоже такой контраст делает очень классный. Да, мне понравились эти. И вот давайте смотреть эти вот. Темно-синие с беленьким. Ну, тоже нарядненько смотрится. Отлично, красивые трусики. Но вот эти вот эмочка, я... Как оно? Ну, тянется, да. Ну, не знаю. На меня-то точно будут маленькие. Да, здесь как идет, ну, швы здесь тоже с погрешностью чуть-чуть. Кстати, здесь, ну, как говорю, с одной стороны красиво, а на другую они уже съехали. Да, не совпало у них. Ну, красивые цвета, все такое нарядненькое, именно эти кружева тоже так обогащают сам цвет, цветовую гамму. Так, следующая посылка. Так, чтобы не разрезать, а то стрёмно что-то. Здесь так видно. Так, о, а здесь мне пришли наушники. Кстати, мгновенно я хочу сказать. Ой, смотрите, здесь еще есть запасные или просто другого размера. Вот это классно. Мне вот эти нравятся тоже, что есть. Хорошо, что есть еще запасные. Очень мгновенно пришли вот эти наушники. Быстро. Проводочек силиконовый, мигусенький такой классный. Смотрите, они идут на магнитах. RL. Яркий, красивый цвет самих наушников. Так, эти мягенькие. Это, как вы видите, все мигусенькое такое классное. Что лучше держит прям в ушке, если есть вот эта вот штукенция. Так, здесь... Включатель-выключатель, плюс-минус, да. Здесь ответ, кажется, когда вам звонят. Ну и, конечно же, втык в сам телефон. Да, у кого нету втыка, потому что, мне кажется, у меня втыка нету на моем телефоне.
то там идет переходничок тоже, да. Наушники отличные, яркий, красивый цвет. Мне понравились, и понравилось еще качество самой, именно самого этого кабеля. Потому что оно вот мигусенький такой, мне кажется, что ну, тяжело будет его разорвать. А то вот проблема тоже в наушниках, что оно вот или вылазит, или рвется. И хорошо, что есть еще вот запасные вот эти вот ушеносадники, да, как оно называется, точно не знаю. Так, а зачем мне его ставить? Супер бас. Ну, насчет мелодии, я не знаю, как оно будет тут, или слышны вот хорошие именно, или качество звука будет хорошее или нет, то не знаю еще, откуда, если я только его распаковала. Так, следующая посылка. Опять что-то красивое, такое интересное. Так, что же здесь такое? Ух ты, смотрите, какая прелесть. Ну, а это как она называется? Ну, типа гетры, да? Ну, не знаю, ну не носки, гетры это носки длинные, а это вот именно свыше носков одевается на ножку до колена. Вот такая красота, вязаная, тепленькая, кстати, на этих. Оно еще и здесь расстегивается, да вы что, зачем? Смотрите, прям все расстегивается на пуговички. На фотопродавцах смотрится очень классно, но на ножке самой тоже, думаю, будет хорошо смотреться. В холодную пору года, да, будет классно. Так, думала, что здесь еще какой-то логотип, но нет, это просто вот такое вот ажурненькое сделано на самой пуговичке. Кстати, пуговица, она деревянная, да. И это даже похоже на шерсть. Ну, не скажу прям 100%, но очень такое тепленькое, прям хорошенькое, длинное вообще. И здесь, вот как вы видите, верх обработан тоже такой красивый, ажурненьким таким. И это кажется вот прям, ну, даже не знаю, ну, не кажется, что это синтетика, честно. Оно кажется настоящий лен. Не буду утверждать. Я тоже не сильный эксперт в этом. Так, здесь это первая и вторая такая же. Одна на одну сторону, а другая на другую сторону. Кстати, у продавца есть разные цвета, но мне понравились именно черненькие. Они прикольные. Класс, супер-пупер. Итак, следующая посылка. Сегодня, как и говорила, много посылочек. И это еще не последняя. Опять поставь и фотки, и ты получишь купон на 2 евро. Ладно, попробуем тоже сделать, но если нам понравится ваш товар, то точно так и сделаем. Так, ну а здесь, ух ты, прекрасная, прекрасная кофточка. Черненькая такая, классная. Тоже идет. Все, у меня сегодня все с обкантовочкой такой, да? Все-все прям у меня похоже. Да, классно. Смотрите, идет кофточка. Мне нравится, что именно вот такой вот квадратовый вырез. Я вообще квадратные вырезы обожаю. Типа кофточка-маечка. Очень красивая. Очень. Она коротенькая такая. Ну, что пупчик чуть-чуть видно, да, должен быть. Хотя, если вы не очень такая высокая, то может и как раз по пупчик. Обработаны все края хорошо. Мне нравится, кстати, такой материал, что он не торочится, или это так они здесь его красиво сделали. Ну, а верлока самого нет, он просто здесь прошит, но оно не торочится. Так, здесь... Ну, прошито тоже могу сказать отлично. Пришито вот это все хорошо, так мне нравится, кстати, классно. И, ну что, это, я даже не знаю, рифленое такое все. Но оно мягенькое, плюс просвечивает, и такое чуть-чуть даже, можно сказать, холодненькое на ощупь. Классная маечка, мне понравилась. Так, поехали дальше. Здесь нам пришел китайский воздух. Сейчас будем дышать этим, как его, юанем. А здесь
Это кабеля. Вот нам воздух из Китая. И вынимаем наш пакетик. Что же здесь? Ну, отлично запаковано вообще. Ну что, USB-C to USB-C. Ну, это USB к USB. Что здесь, что он хорошее качество. Вот вы видите, Strong, что оно... не будет ломаться. Кабель сам 1 метр 200 и быстрая зарядка. Да. Так, давайте смотреть. Ну, презентация вообще шикарная, не? Прям коробочка, все. Прям мне кажется, что отличное должно быть качество. Так, открыть здесь. Давайте. Раз написано открыть здесь, мы будем и здесь открывать. Ух ты. И посмотрим. Так, внутри коробочки больше ничего нету. О, я думала, оно будет мягенькое. Ух ты, классно. Мне вот эта штучка как раз и нужна, этот органайзер. Класс. Ого, такой сильный он. Ничегошеньки. А, я его не могу взять. Хотя он здесь вылазит, да. Вот такой вот органайзер, кстати, этой же, логотип этой марки тоже, Ice Fast. Так, ну и кабель, тип C, тип C. Кстати, достаточно толстый такой, вот у меня вот всегда кабель, когда приходил из другой фирмы, он какой-то мягенький и тоньше, а это прям толстый. Ну, не знаю, может, все-таки будет правильно заряжать телефон быстро, быстрой зарядкой. Так, мне понравилось. Так, ну что, дальше. Ух ты! Какая прелесть! Это заколочки на волосы. Красотища! Смотрите, сколько бриллиантиков! И, кстати, хочу заметить, я думала, что они просто приклеены, но нет. Они здесь все отлично закреплены вот таким вот образом. Хорошо, супер. Давайте смотреть. Но мне единственное, да, вот сейчас вот смотрю, единственное, что мне здесь не очень нравится, это то, что сама вот эта вот шпилечка, да, идет не рифленая. Потому что когда она идет рифленая, она тогда у нее лучше вот держатель волос. А вот когда она вот простая такая, ну это просто, как бы можно сказать, только для вида идет, для красоты. Да, но чуть, к сожалению, потому что она бы так могла исполнять две функции. И для красоты, и для практичности. А так практичности как бы не очень вижу я здесь в этой заколочке. Хоть она очень и красивая. Но и твердая, плотная, она все-таки может хорошо держать волосы. Не знаю, посмотрим. Не буду прям сразу говорить, что что-то не то, но вот мне бы хотелось, чтобы оно более было вот рифленое. Ладненько. Следующее. Итак, это мне пришли тапочки. Ух ты, молодец, продавец. Смотрите. Ой, да вы что, подарочек. Прям написал на всех... на всех языках. Это регало, это по-испански, подарок по-русски и гифт по-английски. А это я, Кадео, я, извините, не знаю, что это за язык. Итак, смотрим, что же нам за подарочек. Это резиночка для волос. Да, обыкновенная, смотрите, еще так вот скручена. И резиночка вот с такой вот ромашкой. Классно, отлично, резиночки нужны, причем еще вот с таким вот ромашкиным, классно, смотрите, какие зайчики здесь. Ну, оформление красиво и, конечно же, приятно, если вам что-то дарят. Итак, здесь мне пришли топсайдеры. Так, а как вас открывать-то?
собачки где-то нет, может, где-то выпало. Ой, сразу такой запах пошел. Ух ты, мне нравится этот запах этой резины. Ну что, вьетнамочки, смотрите, на хорошей большой такой платформе, ну не то чтобы был большой, но достаточно плотный, потому что, как правило, вот вьетнамки приходят с тонкой, а это вот хорошая такая плотная платформа, это эмочка. Эмочка у меня, например, 37-й, 38-й, в зависимости от обуви, да, и это мой размерчик, да. Я вот не помню, это надо заказывать у продавца именно размер. Я, кажется, брала по размеру. Ну, как вы видите, здесь просто эмочку наклеили, да. А здесь размерчика не пишет. Здесь просто эмочка. И смотрите, какая здесь summer test. Летний тест. Правая, левая, чтобы вдруг не перепутали, правильно? Не, ну хорошие такие топ-сайдеры. Классные, мне нравятся. Да, отличненько. Ну что, переходим к нашему основному большому. Что же здесь? Я сейчас вас, наверное, подниму, чтобы было лучше видно. Что, открываем наш пакет. Подушки, подушки. Нет, это не подушка. Так. Ну, не знаю, что это означает. Здесь, что оно мягкое, что оно, как оно проводит воздух, да, и что здесь, не знаю, но это что хлопок, да? Так, давайте смотреть. Отлично. Это, конечно же, мне пришел на матрасник. Да. Защитный на матрасник. Чехол для матраса. Так, смотрим, что здесь написано. А где наши размеры? Здесь нету галочки нашего размера. А, вот здесь написано. 90 на 190. И 30 должно быть в высоту. Материал, как вы видите, вот такой вот мягенький, ворсинистый. С этой стороны уплотненный, конечно, очень уплотненный такой. Прошит весь. Кстати, мне нравится. Хотела беленький, да, потому что у нас матрас беленький. И будем, конечно же, примерять. Сначала мы его постираем, и как он после стирки, тоже интересно. Здесь идет, как вы видите, все на резиночке. Кстати, резиночка идет по всему. Потому что бывают еще такие на матраснике, что резиночка только по краям длины. Но здесь идет по всему на матраснику резинка. Резинка, интересно, как она вшита туда. Да, она, кажется, туда вшита. Так что ее, если что, поменять уже будет невозможно. Единственное, если можно, то только распарывать это все и менять резиночку. Да, но здесь я бы не сказала, что это хлопок, конечно. Мне кажется, что здесь все-таки с полиэстером что-то связано. Потому что, ну, даже вот тактильные ощущения, это я бы не сказала, что это прям хлопок хлопком. Вот как с этой, с внутренней стороны смотрится этот на матрасник, вот так вот. Ну, а здесь вот такая вот ворсинистость. Да. Но мне кажется, что все будет супер. Потому что там писали, вот комменты были отличные, хорошенькие. Да. Брала, кстати, с купоном продавца. Ну, ссылочку, конечно же, оставлю. И купон продавца я здесь вот поставлю, сколько это все стоит. Ну, и это были все товары на сегодня. Я надеюсь, видео вам понравилось. Ну, и вы, конечно же, нажмете пальчик вверх. Новые зрители, не забудьте подписаться на канал. Ну, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Всем пока-пока и до скорого. Удачи всем, здоровья вам и вашим близким.